Так, ребятки, добрый день, добрый выходной день субботний. Очередные кооперативы, продолжаем, пока есть возможность. Начнем сегодня немножко с необычной игры, наверное. Вряд ли вообще кто-то мог подумать, что она будет. Но это все благодаря Алекс Тигру. Когда-то он мне ее зареквестил в одного пройти, и я случайно узнал, что там есть кооперативный режим. Игра похожа на Бомбермена, сейчас начнем. Так, в принципе все. Character Soft. Hello Kitty сразу мне вспоминается еще от них. Hello Kitty. Ту-ту-ту-ту. Sanrio Limited. Какая позитивная игра. Заставка моргает. Здорово, Никит. Так, ну что? Погнали, да? Погнали. Заставок никаких нет здесь больше. Спасибо, Мегатурикан. Три игры сегодня планируется. Так, вот здесь, значит, игра на одного, игра на двух и пароль. Выбираем на двоих и смотрим. Мне больше интересно, кто вот это вот гуляет? Типа наши домашние животные. Что это? Вообще ни на что не похоже. Привет, Виктор, привет. Мне даже немножко обидно, что на эту игру ачивок нет. Привет, Хаосин. Спасибо вам тоже, ребятки. Сегодня, к сожалению, начали пораньше. Попозже ничего не получится. Но пока время есть, будем пробовать. Опять без анонса на Ютубе. Не узнаю, что есть стрим. Но там опять неполадки, Серж, опять неполадки какие-то. Начинаю делать анонс на Ютубе, начинают две трансляции идти. Я пока не знаю, как с этим бороться. Зрители пишут в одном чате, у меня стрим идет, другая запись выведена, две одновременно, и, короче, фиг поймешь. Нет, никакого карантина пока нет. Мегатурикан, у меня полноценный рабочий месяц, я вроде уже говорил неоднократно. Так, ну пробуем. Привет, привет, ребята. Ой, я уже что-то взял. Бомба, наверное. Да. Две бомбы могу ставить. Серега, здорово. Вниз. Первая игра в стиле Бомбермена, за которую мы взялись в кооперативе. Посмотрим, что получится. Числами кома, да? О, время. Ага, остановил. Так, когда наверх или направо? Я не помню. В принципе, тут карта есть, сейчас посмотрим. Тоже работаю, как будто все норм. Ну так смотри, что ты разбиваешь, я же часы взял уже. А, ну да, согласен. Так, что направо. Направо, да. Угу. Удобно, что карту сделали. Ладно, идем. Так. Уже. Привет, Григорий, привет. Там и Сергей, и Григорий зашли. Братья поддерживают, приятно. Есть. Так. Штраф, если из дома выйти, но это что-то жестко. Это что-то жестко. У нас пока такого ничего вроде нету. О, как вовремя. Неуязвимость. Можно через наверх? Огонь бегать. Да, давай наверх. Четыре жизни за убийство врагов очки дают. В общем, такой простенький бомбермен, можно сказать. Все, я взял плюс. Так, что? Давай врагов попробуем убить, посмотрим, что получится. Бывает, здесь после убийства всех врагов дают жизнь. Это явление нечастое, на самом деле. Загоняет всех по домам. Пока такого нет. Так, ничего не дали. Ну, ладно, смотрим. Так, ну подожди, еще раз гляну. Да, вправо сейчас все правильно идем. Первая комната не очень сложная. На что жить, но это хороший вопрос. Враги мелкие. Как обычно, кредиты всякие. Пока у государства такое чувство, что другого выхода нет, как
как кроме кредитов предоставить народу, тогда я возьму, наверное, увеличение пламени взял, в смысле нашей бомбы. Не все сообщения проходят. Я же говорю, Серж, Ютуб что-то там вообще кошмар. Аккуратно заходи. Так, не увидел. Давай сразу заберем. Все, погнали. Неуязвимость временная. Правда, я не знаю, когда она... Подожди. Врагов убьем. По-моему, жизнь-то есть. Привет, леди. Леди, привет. Отлично. Так, забирай ты. Да, правильно, что в огонь не пошел. Вдруг неуязвимость закончилась бы. Че, там кого-то двойной уже. Враги пока не особо агрессивные. Первая локация только. Да? Тут по... О, забирай. У тебя третья, да, будет? Угу. Тебе бы тоже пламя еще увеличить. Готов. Енот, здорово. О, уже до первого босса добрались. Да, босс сейчас будет. Первая комната примитивная. Первая комната такая, изи. Дальше будет повеселее. Ой, берегись. Он вроде через бомбу не может пройти. Тут бонусов нету никаких? Вроде нету, ну давай разобьем, посмотрим. Да, ну вряд ли. Вернуться, значит. Да. Усталыми выглядим. Наоборот, бодрячок. Скорее сосредоточены люди. Новая игра, новые испытания. Мексиканец какой-то в шляпе. Масада, привет. Какой-то кактус, правда. Аккуратно. По несколько форм у босса, но этот просто не дает виду, как будто так и остался. Есть, сам напоролся. Привет, Сыриед. Сыриед, здравствуй. Штрафуют и оповещают, чтобы дома сидели. Ездит два раза в сутки. Мегатурикан, а ты с какого региона, напомни, пожалуйста, что у вас там жесть какая-то творится? У нас вроде пока спокойно все. Где живете, что норм? Кемеровская область, Виктор. Пароль нам не нужен. Переходим в следующую локацию. Локации такие разнообразные достаточно. Чаще стримы стали. Это пока кооператива, енот. Как только кооператива закончится, снова начнем. Начнем выходить в эфир два раза в месяц примерно. Наверное. В общем, посмотрим. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Новая локация, новые враги. Вот я не помню, если что. Ну посмотрим, ладно. Две лестницы какие-то. Есть. Вот, сам напоролся. Пока не находил ничего? Нет. Привет, Диман. Здорово, Димана. Привет, Дмитрий. Два Димана сразу зашли. Забавно. О, давай я возьму. Теперь по три будет. Так, давай карту глянем. Ну, без разницы, давай вниз. Давай вниз. С Подмосковья. А, ну тогда, конечно, Мегатурикан. Подмосковье же сейчас один из самых таких регионов. Привет, Алексей. О, Алексей, привет. Гаррет забежал. Здорово, Гаррет. Первая игра, ребята, только начали. Только 8 минут в эфире. Еще раз извиняйте, если слишком рано по времени. Позже сегодня не получится. А давай посмотрим, может что-то есть. Может есть? Ничего, может нет. Есть? А, кстати, мы правильно пошли, да? Там тупик был. Да. Аккуратно. Отлично. Хорошо, что вот эти волны не убивают, но тоже могут злую шутку сыграть. Могут вытолкнуть прямо на врага. Смотри, какой. Луковица не хочет умирать. О, наглый какой-то. Вот эти плитки на полу, черно-белые. Они не позволяют волне распространиться. Тоже подлая достаточно вещь. Много игр будете тащить. Ну, планируем 3 сегодня, Алексей. Планируем 3, дальше посмотрим. Видно будет. Неуязвимость. Так, что, смотрим? Давай. Так. Наверх. Наверх, наверх, да. Да, надо пробираться через этот. Тут да, слишком да. Как-то наивно выглядит все. Так, идем, значит, на лестницу. Ага, тупик. А, ну все, там сейчас выйдем. Так, аккуратно. Сразу вниз. Отлично. Вот
Ты какой? Ты какой враг? Блин, ну я пока посмотрел. Есть тут вот эта проблема? Есть все-таки проблема. Волна может сильно оттолкнуть. Там больше зараженных прибыло из-за границы. Бомбертоц. Бомбертоц. Классное название, кстати. Я думаю, если бы они так игру назвали, продажи возросли бы в несколько раз. Вообще, Character Soft интересная фирма. Интересная студия. Такое чувство, что они воровали идеи. О, это тебе точно надо взять. Да, сейчас. Сейчас я только эту хрень уберу. Отлично. Все. Повысился радиус тоже. Сейчас вор апгрейд. Голдраш на PS1 уже зареквестили. А я помню, Алексей, таблица с реквестами же есть. Все указано. Все, забегай. Куда? Вверх? Я не знаю, посмотри на палку. Привет, Дримсон. Дримсон, здорово. Наверх, да, больше некуда. Так, давай пробуем, значит, на лестницу. Сейчас посмотрим, куда выводит. Вот уже коридоры позапутаннее стали. Так, что-то... Нет, нет, вряд ли здесь, вряд ли. Берегись. Отлично. Направо, значит. Угу. Сейчас вот этого... Кстати, можно еще радиус взять, раз уж мы вернулись. Берегись. Ну, по прямой вроде. А, да-да-да, этот враг не сильно опасен. Так, или что, или апгрейдов не будет, что-то. Ну, я думаю, не будет, уже хватит. Привет, Дамин, только с работы пришел. Вот кто-то еще работает до сих пор. Да, Дэмиан. Да много, я думаю, поработает. Только обсуждали эту тему. У меня вообще сегодня ночная смена. Я говорю, ребят, так бы может. Так. Надо убить их, по-моему, тут жизнь как будет. Давай, я на одного проходил эту игру. Опять же, только из-за того, что Алекс Тигр ее зареквестил. Привет, Кингслейер. Это ничей не реквест. Здорово. Ну, то есть он был на одного реквеста. Забирай ты, наверное. Мне эту игру, Серж, реквестил Алекс Тигр. Но на одного. На двоих уже моя инициатива пройти. Не сюда. Это вообще не сюда зашли. А, ну все, значит, остается одна. Может, кстати, кому-то одному. Вот это хорошо сделали. Достаточно одному зайти. Переместимся оба в новую комнату. Ой-ой-ой, чуть на лестницу не скинуло. Так. Бум-бум-бум-бум. Живучие, смотри, какая. Враги такие позитивные тут ходят. Это лягушки. Это лягушки, да. Так, неуязвимость. Редкое явление вообще, это игра в кооперативе. Сомневаюсь, что я кто-то брался, проходил. Иностранцы, может, играли. Заходи. Угу. Отлично. Они уже просто на нас бегут. Да, вот некоторые комнаты подлые достаточно. Привет, негативный. Это негативный изи сразу. Группа, просто изи. Негативчик, извини, я что-то... Запамятовал про этот турнир, уже не стал влазить. Готов. Даже поиграть не с кем-то. Так что удачи вам, ребята, кто зарегался в турнире. Алексей рад. Ничего негативно. У нас... Так, где появились? Вниз. А, вижу, вижу. Ой, отлично, сама нарвалась. Так, у нас рядом больница неподалеку от города. Ну, тогда понятно, Мегатурикан, почему такие условия вам сделали. Чуть ли не как, не знаю, военные, военное время. Ну, с Баси как-то пока попроще. Что-то я слышал, что два зараженных, и вроде как даже один вылечился. Не знаю, вроде так. Да, проверь, может еще что-то есть. Нам наверх сейчас, да? Лео, привет. О, кстати, смотри, можно с этой с бессмертием пробежать. Подожди, ну только смысла нету, по-моему. Да, смысла нет, надо назад идти. Нас так и выведет в тупик сейчас. Да. Видишь, мы поднимемся верхнюю. Может, там жизнь будет? Ну, раз пришли, давай посмотрим. Да, тут хочу смотреть. А, ты здесь хочешь посмотреть? Ну да, давай это, убьем их сейчас. Сейчас посмотрим. Да мы же тут были, убивали уже их. Разве были? Ну, мы... Нет, мы сюда первый раз пришли. Retro Life Events группа, да, там проводится турнир по доктору Мальву. Уже первые матчи играют. Ты сегодня сколько сыграл?
4,5. Ой, отлично, не зря пришли, забирай и погнали отсюда. Там, да. Каких семейников, что вы меня опять... Вон у тебя лягушка в семейниках, я в платье. Да блин, видишь? Что ж такое? А, ну тут, это тут да. Твои семейники не видно, не переживай. Блин. Еще раз скажу, ребят, первая игра на сегодня. Самая веселая впереди. Решили начать так лайтовенько. С лягушек. Battletoads в детстве. Смотри, враг какой наглый, как его сейчас... Как его сейчас обмануть, интересно? Смотри, что творит. А, ну я зайду, ты оставайся там, я зайду. Отвлекся на врага. Да, 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 все где правильно. Мы, где мы? А, вот. Посередине. Берегись. Все, все отлично, да. Вот уже First Blood, как говорится. Отлично. Надеюсь, ты проходил контру на Геймбой? Нет, Мегатурикан, не помню. По-моему, нет. На геймбой давно ничего не брался, кстати. Но когда уже вернусь к своему проекту, тогда посмотрим. Есть на примете пара игр. Давайте я помогу с одним. Ой. Да там же это, канализация. Мало ли. Вдруг мощная струя перекинет. Русалочка на геймбой топчик. Но она тут та же самая, что и на Денди. Вот русалочку я проходил, Диман. Русалочка будет жесткая на Master System, на Genesis. Но там будет повеселее. Ту, которая с ресничками, это вор играет. Что-то уже. Я там про реснички спрашивал. Так, вниз, наверное. Я не вижу себя даже. Посередине. А, вот нашел себя. Ой-ой-ой. Да как они живут, остаются, кошмар. Да ё-моё. Кошмар, они суетятся, конечно. Ой-ой-ой. Ну ладно, одного еще убил. Есть. Возможно, тут тоже жизнь будет. Хлопай ресничками и взрывай. Димана в ударе сегодня, как обычно. Да, вниз, да, ну? Подожди. Вниз, вот только в какой низ? Мы потом должны направо выйти. Ну, проверяю себя. Проверяю. Дорогу маркирую. Нет. Подожди, а если выйдем вниз там? Да, скорее всего. Так. Во, прет опять. Так, ну тут были, по-моему. Тут жизнь была. Нет? Возможно. Короче, сейчас надо вниз уходить. Надо было сразу туда идти и все. Ну, видишь, значит, в некоторые комнаты можно несколькими путями прийти. Ресничками балуемся. Длинная игра, не помню, Серж, посмотрим. Посмотрим. Ой-ой-ой. Ну, тут без шансов. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, стрёмная. Помнишь, да, это? Но. И чуть опять не умерли. Главное не выйти обратно. Да что да ты, гад? Да он достал уже. Все, готов. Отвратительная комната, вообще омерзительная. Ладно, 3-5 по жизни, нормально. Там направо сейчас, да? Да. Только давай взорвем их, мало ли. Пробую сейчас пройти, игра черно-белая, но топчик. Да, это первая игра, привет. Костя, здравствуй, только начали, 20 минут как в эфире. Сегодня начали пораньше, из-за того, что у меня ночная смена. Так, дай-ка я его аккуратненько. Ой, ой, страшно. Ах, ты вниз пошел, сволочь. Держи. Отлично. Так. Бонусы фиксированы на... Ай-яй-яй. Можно, в принципе... Нет, лучше не будем возвращаться, комната отвратительная. Радиус, да, взорвал? Ну, я не знаю, что там было. По-моему, там радиус был. Типа, да, Мортирус, типа Бомбермен. Такая лайтовенькая версия. Решили с нее начать. Чё, где пусто? А, в следующем уже был. Так. Ну, смотри, у тебя, да, огонь был. Отлично.
классно взрываются, конечно. Единственное, что мне не совсем понравилось, здесь нет апгрейда, который сразу позволил бы самому взрывать. Приходится ждать. О, второй босс. Так, главное к нему не лезть сильно. Босс троллит. Ах ты, смотри, как он свернул, нифига себе. На 3DO есть прикольная игра, похоже, только там надо крутить вентили с водой и смывать противников в канализацию. Амелия девушка, Серж, ты правильно говоришь, но это Костя с ноутбука своей сестры смотрит. Ну, наконец-то ранили. Босс хитрый, прячется на вот эти вот решетки, куда наш луч не пробивается. Оп! Здравствуйте, оп! Оп, еще раз. Да, оп, посинел. Сейчас он, смотри, по-моему, поагрессивнее станет. Надо аккуратнее с ним. Пока еще нет. О, нарвался. Главное не давать ему много огней делать. Что-то гуляет что-то там сам по себе. Я бегу за ним, тушу. У босса пригорает, смотрите, от него огонь остается. Ух ты, как грамотно вернулся сейчас. Вообще один из самых отвратительных боссов в игре. Вот этот чубрик. Аккуратно, третья форма. Это игруха имха забавнее Бомбермена, возможно ли. Бомбермены пока никакие не играли. Есть. Потушился. Но одна комната неприятная была все-таки. Симулятор тушения, да. Прикольно, танец исполняет. Причем каждый раз разный танец. Да. В общем, Character Soft интересная студия. Такое чувство, что она тырила идеи у других компаний. Второй Керопи на кота Феликса похож. Вот этот Керопи на Бомбермена. Hello Kitty World похожа на Balloon Fight. Да, Алексей, прикольно. Прикольно. Пока неплохо. Так, третья локация, какой-то замок. Наверное, вправо будем ломиться, сейчас посмотрим. Хорошо, хоть карту можно посмотреть, хоть примерно знать куда. Тут больше некуда ломиться. А, ну да, пока. Пока только вправо. Так. Отлично. О, еще одна бомба. Отлично. Да, мне бы жизнь... А! Да, я по классике. Подожди, 4-5? А когда я четвертую жизнь успел взять? Может, за 25 тысяч, да? Может быть, я не знаю, не смотрел. Ты взял, да, что-то бонус? Да, я бомбу взял. У меня 4 штуки теперь. Так, сейчас куда? Ну, либо наверх, либо набрало. Следующая игра, кстати, будет реквест от Акиры. Special Cybernetic Attack Team. Первый скролл-шутер в нашем проекте, по сути. Так, тут у нас что? Редиска какая-то ходит, или что это, редька? Циклоп какой-то? Враги какие-то позитивные. Я бы так не радовался, если бы меня убивать пришли сюда. Final Mission, я ее жду. Но это не Final Mission. Мы американскую версию играем, ребята, по реквесту. С Final Mission еще подумаем. Американка Мартирус. Че, идем, да, куда там идти? Так, давай посмотрим, что тут с комнатами вообще. О, наверх, наверное. Давай наверх. Попробуем. Попробуем наверх. Оп, я первый. Так. Направо. Наверное. Да, давай потом направо. Тун-тун-тун-тун. Есть. Ах ты хитрая какая. Ах ты какая хитрая, сволочь. Держи. Есть. Бери. Отлично. По 5 жизней, замечательно. Где? Блин, там циклоп. Берегись. Ой-ой-ой. А, у него ему камень не дают пройти, я понял. Отлично. Такое чувство, что вот в эту лесенку надо, смотря на как-то огнями все забаррикадировано. Но кстати, больше, вот там, больше нам некуда идти. Там куда-то в тупике это все ведет. Если не Final Mission, очень похоже. Че, можешь куда идем? Да пока, наверное, сюда. Пока да сюда. Ну это слишком просто, мне кажется. Сейчас врага убьем. Давай куда-нибудь через стену пробежим. Но все равно же наверх, да?
Ну да, наверх. Ну, пробуй. Где? А вот явно не здесь. Здесь, да. Ой, как плохо. Придется теперь вообще непонятно куда выходить. Музычка веселая, да. Ой-ой-ой, обратно зашел. Взяли пилюлю. А может там в камне это была пилюля? Ну давай проверим. Давай проверим. А мы его разве не взорвали? Нет. Нет, нет, выходи. Враги точно не оставили. Да. Пилюля красит лягушек в белый цвет. На какое-то время... Да что это? Да вообще, опять вот эти враги давят, сволочи. Больше даже выйти нету. Ну, проходи тут. Вот сейчас повезло, кстати. Дурацкий враг пасет нас сюда. Огни смертельные. Никаких полосок лайфбара нет. Убивает все с первого раза. Одно неверное движение — смерть. Так, куда мы пришли? Подожди. А, сейчас наверх, наверное. Давай наверх. Да, сейчас наверх пробуем. Только тот вверх. Угу. Пробивайся там все, я пока врага взорву. Александр, здорово. Сейчас посмотрим. Нет, ничего нету, заходи. К сожалению, неизвестно. О, отлично, отлично. Тут еще и пилюля есть. Вот она нам и нужна. На пойдем правом, туда, наверх, да. Будет американская версия, ребят. Привет, Максон. Пародия на Бомбермена. Здорово, Максон. Ой-ой-ой, аккуратно. Так, забирай, я зайду. Карта-то есть, Мартирус, но она запутанная, к сожалению. Так. По карте не очень точно видно. Потому что в каждой комнате по несколько лесенок. Привет, Том. Том Сойер, здорово. Так. Одна лесенка может вывести к тупику, другая... Наверх или направо сейчас? Направо, наверное. Я тоже думаю направо. Сейчас посмотрим. А, нет, нет, наверх. Нет, наверх, наверх. Вот сейчас уже точно наверх, только вот... Какой вверх? Кстати, может тут пилюля есть какая-нибудь? У меня такое чувство, что вправо надо. Такое чувство, что надо вправо свернуть. Ну, хитрая какая. Самый хитрый враг вот этот. Так, ну давай захожу, да? Угу. Так, смотрим. Да, ну и все, наверх идем. Да. Только он туда, далеко. Вниз, да. Скорее всего. Вот, видите, зашли в комнату, еще две лестницы. И фиг его знает. На карте это не отображается. Так, пробивайся, я что-то боюсь туда идти пока. Ой-ой, аккуратненько. Отлично. Можно, в принципе, сказать, типа, да, что разминаемся перед бомберменами. На Супер Нинтендо есть бомбермены, сюжетка в которых проходится вдвоем. И причем не одна часть, да, вроде? Там много, наверное, на SNES есть. Всего частей 5, только, что, по-моему, 5. Не все кооператив поддерживают. Ладно, разбивай, я пока поставил. Ну, следующий, Александр, будет Final Mission, американская, SCAT называется. Европейская версия экшена Нью-Йорк. Нас она не интересует. Так, спрячемся. А какая игра еще будет, это пока секрет. Но третья игра вас может удивить, потому что мы ее еще никогда не проходили. Так, а что, влево сейчас? Наверное. Да, скорее всего. Это тройский враг, но все-таки. Ага, замечательно. Да, главное в этот. Да, часа на 2-3 сегодня точно с вами. Часа 2-3 у нас есть на нашу встречу. Субботний. Battle Toast на NES. Хорошая попытка. Не, Мартирус, это слишком толсто. Так, может тут что-нибудь есть. Я не знаю, хотите попробуйте угадывать. Только я не обещаю, что приз какой-то получите. Автомобиль! Только если игрушечный. Берегись.
Да, я, наверное, может, даже зря полез. Неужели осторожно посадить? Да ну, Костя, я же вам сказал, мы пока решили от хардкора отдохнуть. Занигили, надо занигили. Не, я не... Берегись, редиска на тебя идет. Я сожру. Пошли вместе вниз. Конечно. Суетимся, надо взять бессмертие. Да ё-моё. Забирай. Все, уничтожаем. Так, а вот куда только идти? В среднюю, наверное. О, забирай, камбэк сразу. Надо вниз, ну, в среднюю, наверное. Чип и Дейл нет. Доктор Марио тоже не. Давай в левую. Доктор Марио. Доктор Марио сюжетки нет на двоих, только ПВП. Так, а что, правильно же вышли? Да, да, да. Вон там, ага. Справа. А там точно тупик, кстати, был в середине. Так, ну что, уже близко к третьему боссу, ребята. Негативный сразу такой, оп-оп. Кто сказал доктор Марио? Я, так что негативчик, я как зритель послежу. Слежу как зритель. У тебя сколько бомб, кстати? Не помнишь? Три. Три, в принципе, тоже нормально. Так, ну что, третий босс? Третий босс. Так, убираем эти огни сразу. Да, если бы не Алекс Тигр, я бы даже не знал про эту игру. Хорошо, что он зареквестил хотя бы на одного мне. Тоже неприятненький босс, начинает что-то бегать по всему экрану, ломиться. Ой-о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 й. Да что ты как... Нет, попался все равно. Ой-ой-ой. Так, ну ты, наверное, наверху его контролируешь. Давай. О, здравствуйте. О, здравствуйте, что-то он пока возле меня жмется, сволочь. Вообще справа, направо как ушел. Ой-ой-ой. Босс делится на 6 частей. Так. О, уже при смерти. В тебя залетел. Да. Все, а нет. Нет, еще жив. Блин, этот огонь меня смущает. Да что он достал, если он где-то появляется, не там, где я хочу. Ой-ой-ой, что это было? Да, скорее, есть. Скорее давай. Всего, что-то... Да ладно, рано еще. Не-не, нормально. Босс неприятный был. Что, последняя локация остается? Последняя локация. Оп, оп. Как этого Супер Марио? Нет. Могу дать подсказку, хотя сразу куча вариантов. Куча вариантов отпадет. Не, ребята, подсказку давать не буду, давайте интригу сохраним. Так, пароль на четвертый этап. Подписочка, кстати. Привет, Реверси. Много где тебя видел, но у себя ни разу. Так, ну что, финальная локация. Идем за нашей животинкой. Ой-ой, тут такие враги неприятные появляются. Вот эти... Желтые, типа как палачи какие-то. А эти вообще сквозь стены ходят. Похожие на лягушек. Чтобы заранее не распугать народ, не скажем, что за игра. Ой, как меня сейчас на огонь не выкинуло. Все сдохли. Ух ты, еще и жизнь. Забирай ты. Так. Наверх, наверное. Да, да. Чтобы заранее не распугать народ. Спасибо, Риверс. Спасибо, привет. Карту не будем пока смотреть. Берись. Я не знаю, что там за... Ну, включи потом. Да, сейчас с врагами разберемся. Так. Отлично. Ладно, я тебе помогу сейчас. С этой стороны зайду. Да можно залезть наверх и все. Здорово, здорово, Денис. Сейчас я вот здесь попробую еще. Аккуратно. Да что за редиска какая-то вообще? Хрен. Да, так и продолжаем. Ай-яй-яй, вот это может даже и зря. Сейчас может по-большому. Сейчас может по-большому, да.
Я имел в виду по большому кругу, может дать. Ну мы так и поняли, что правильно говорим, что может по большому, да? Здорово, Миха. Привет, Майка. Киропиту Кирурину No Splash Bomb. Единственная игра про Киропи на Фамикоме, которая... По большому на стриме, да. Да куда, наверх? Наверх. Иди. Ну пробуй. Нет, не сюда пришли. Почему? Мы в той комнате должны оказаться. В той комнате мы должны оказаться. Зачем вышел? Можно налево сходить? Ну давай попробуем, ладно. Давай попробуем. Можно наверх еще сходить? Здесь тупик. А разве там не мостик? Попробуем капсулу, может, найти. Не, вот там разве не можно, нельзя пройти? Нет, стена глухая. Это все из-за шишек. Зашли. Можно наверх здесь сходить еще. Может, там капсула была, может. Можно через стену. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, заходи. Да нет, я говорю, все тупики. Надо в той комнате оказаться. Все, уходим отсюда полностью. Да. О, классно встретили. Ну и то еле как убили. Еле как получилось. Мы тут снизу пришли, да? Да. Что-то как-то сразу неправильно пошли. Вот здесь неправильно мы свернули. Вниз. Думал, ты там везде закроешь. Но я бы не успел. Ладно, по 5 жизней нормально. Давай обратно тогда. Нет, сюда нельзя. Вот здесь жизнь, по-моему, будет. Хотя, может, и нет. А может, и капсула. Ладно, пока бонусы поищем. Блин, последняя комната замороченная такая. Как специально сделали. Ну ничего, пока по 5 жизней есть, пока нормально. Ой-ой. Было бы забавно посмотреть, если бы на братве кто-то ее прошел. Не знаю, на летний или там на зимний даже. Потому что нынче что-то народ активировался на братву. Вот, точно жизнь. Забирай. Не зря пришли. Жаб затащили, Мейкер, ты что? Геймер уже все видел. Все, выхожу отсюда. Теперь больше нам сюда не придется идти. А где мы? Ну-ка, подожди. Ой, как неудачно он бежит. Ой, как все страшно. Да что он заколебал, сволочь, бегает и бегает. Нажми, когда, ну сразу же, давно, ну как, давно уже. Здорово, Кимыч. Дней 4 назад, наверное. Или 300. Не, поменьше. 2 апреля. Или 1 или 2 апреля. Да что ты его бегаешь, гоняешь? Давай лучше забежим куда-нибудь. Все, подожди. Не куда-нибудь, а надо четко идти. Вот налево и наверх. Направо. Направо, ну, давай направо. И наверх. И да, вроде так должно быть. Все, сейчас сюда заходим. Потом наверх. Смотрим. Да. Наверх туда, да. Да, все нормально. Все, ребята, вроде вышли на путь истинный. Бум-бум-бум. Пацаны вообще, ребята. Пацаны вообще котята. Вроде как Миха первые, кто сеговских жаб прошли на стриме в кооперативе. Несовских много кто проходил. Ну не то, что прям совсем много. Но если в ютубе полазить, в принципе, найти можно при желании. Так, здесь, кстати, тоже есть маленькая вероятность, что жизнь будет. Смотри, как суетится. Надо его взорвать. Да нет, здесь-то жизнь. Жизнь обычно в центр же ставит. Ну да. Давай взорвем его уже и пошли. Дурные враги что-то ходят сами по себе. Вообще зачет первый в мире. А ты смотрел, Миха, вообще на ютубе лазил? Так. Ты точно уверен, что никого нет? Ну что она как тварь специально бежит на меня? Не стой на месте. Суетись. По-любому надо в дальний какой-то. Да, надо в дальний проходить. Включи камеру, карту. Первая попытка была разминка. Давай наверх, наверное. Наверх, наверх, влево и... Наверх тут есть, а вон... Подожди, давай-ка здесь вот я наверх зайду. Так, где? В тупике. Все, значит, налево. Да нет, надо... Опять тупик. Надо вниз туда. Что-то
меня-то закрываешь. Аккуратно. Да лишь бы вот эти не пробирались. Видишь, что творят? Видишь, что творят? Кошмар какой-то. Дурные враги, вообще ужас. Жабули затащили знатно. Да, спасибо, ребят. Пока самый эпичный кооператив за все время. За все время. Ну, за проект точно, то, что мы начали. Соберись, три жизни. Уже маленько осталось. Вот здесь, наверное. Да. А больше особо-то и идти некуда. Ой-ой-ой, страшный враг. Угу. Берегись. Ага. Была в детстве вторая часть Капа. То вот с Марио было на картинке. У меня таких игр не было, Серж. Так, давай я. Держись, не умирай. Отлично. Проскочили ноудес эту комнату. Так, а вот... Да-да, спокойно. Ты можешь там пройти, кстати. Хотя да, но я жду пока. Да-да-да. Умрет. Все правильно. Ну, какой хитрый враг. Какой хитрый. Есть. Все. Так. А где тут про... А, ну, придется да, разбивать. Да-да. Или подожди. А, нет. Ты можешь по решетке да, пробежать. Похоже на Феликса, да, Серж, я же говорю. Character Soft, вот эта фирма, они какие-то мутные ребята. Тырили идеи. Ой, Double Kill, отлично. У других фирм, типа Capcom, Konami. Так. Здесь, по-моему, тоже жизнь будет. А может и нет. Так, что у нас тут, проход влево только единственный? Да. Сейчас я его поймаю. Угу. 40 минут пока. Так, убивай, я его... Нет, 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 нет. Надо забегать, да? Давай в одном месте только. Да. Только один пока. Друг на друга понадеемся. Оп. Есть. Так. Держи, без вариантов, что. Вот здесь, наверное, нет, да, здесь туда. Ну, туда. Убивай их под нами. Угу, согласен. Держи. Ну, логично. Была японка на ТВ-гейме, нифига себе. У меня ничего такого не было. Вообще, серия Кироки я только в годы эмуляторов узнал. У меня волейбол был. Кстати, у них, да, много игр было. Так, давай отсюда начнем. Вторая часть Кира, как по мне, больше похожа в Agian Land. Мини-игры посуровее. Мини-игры вообще там отвратительные, если честно. Некоторые на рандоме завязаны. Что мне не понравилось. Я когда вторую Кироки проходил на стриме, несколько жизней потерял из-за того, что босс меня тупо в этих мини-играх выигрывал. А, вот здесь должна жизнь быть. Да-да. Еще одна неприятная комната. По идее все, там скоро босс уже будет. Где он ползет? Ну алло! Ну, ты бы еще с потолка спустился. Хотя, в принципе, вторая часть, я не знаю, нормальная игра, по сути. Я давай внизу пока. Что-то они пока все живы, смотрю. Жив цел. Есть, один нарвался. Ах ты хитрый какой. Смотри, что творят. Жить хотят. Да. Ну ничего, маленько осталось. Еще минус один, последний. Так, главное жизнь не взорвать. Я не помню, где она появляется. Держи. Отлично. Так. Все, забегай вниз. Вниз? Ну да, мы туда. Или подожди, где карта? Вагон Лэнд. Да, все, туда, влево. А, ну все, остался. Уже немножко осталось, ребят. Сейчас заходим. Ну и все, влево останется. Да, да. Так, а мы сможем пройти. Опять эти враги сейчас дурные. Вылезет сзади здесь. Да. Будь начеку, я пока путь буду пробивать. Что-то он испугался, вообще по дальнему радиусу побежал. И там тоже закрыто. Вообще какой-то чумной какой-то враг, вот этот желтый в балахоне. Какашка какой-то. Носится как под спидами какими-то, извиняюсь. Так, ну что здесь?
развиваемся. В общем, да, жабы на Сегу прям. Вообще, первый батл тот, с которым мы прошли в коопе. Первое серьезное испытание, действительно, так что прям вообще. Ну что, финальный босс? Как обычно, везде огонь. Ах ты, уклонился. Есть. Есть. Два раза попал. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть! Еще два раза попал. Так, что ты вправо будешь? Справа экран? Да мне без разницы. Давай, ладно, пока вместе здесь посуетимся. Пойду наверху. Уберу все это. Есть. Поймался. Есть. Да, и после второго он сразу убегает. Ай-яй-яй, долго. Жаб на Сеге, графа кислотная, управление поприятнее. Не знаю, реверс, смотря у кого, наверное, версия какая была в детстве. Кто-то балдеет по Сега версии, кто-то по Дэнди. Есть, успел. Ой-ой-ой, как люто полетели. Вообще непонятно, откуда вылез. Ладно, пока огни уберу. Есть, вроде еще задел. Ой-ой-ой-ой, нифига он будет хил тут устроил. Нет задержки, которая на Нессовской присутствует. Все равно немножко как пластилиновость какая-то ощущалась в управлении. Ой-ой-ой, прям огонь летал над головой. Жив. Есть. Блин, жив еще, смотри какой. Ну, вроде один удар остался. Давай-давай, добивай. А-а-а, успел, сволочь. Есть, прям на бомбу. Прям в воду. Прям на бомбу. Отлично. Да. Первый бомберменоподобный кооператив. Ту-ту-ду, победный танец. Ту-ту-ду, ту-ту-ду. 46 минут получилось. Нормально. Ну, смотрим финальную заставку. В которой разрабы схалтурили. Все? Да. Сейчас посмотрим. Ты уже дома стоишь, я один как дурак с этого замка спускаюсь. Замечательно. Мини-жаб прошли, в общем, сегодня первую игру. Спасибо, ребята. Спасибо, 16-я игра и первая бомбермена-подобная. Первая бомбермена-подобная игра. Все, начало на сегодня положено. Посмотрим титры по канону, пусть пройдут. Титры шикарные, все сейчас поймут из этих титров, кто создатель был, кто дизайнер. Удар с разбега делаешь, еще жаба пробегает пару шагов анимации вперед. Я сильно как-то реверсе не знаю, не обращал на это внимания. Явно сеговская версия не самая худшая, учитывая, что жабы еще были на Амигу, на Master System, на Game Gear. На геймбой вообще две части жаб вышло. Они все продолжают танцевать, кстати. Да, такое сегодня начало скромненькое. Пока титры идут, пойти чаек налить или водички. Ладно, пока титры идут, пойду я за водичкой схожу. Горло пересохло, кошмар. Ну, кому как, кому нравится NES, кому Sega. Мне тоже больше NES нравится, чем Sega. А NES мне больше нравится играть. На Sega все-таки кривые жабы эти. Не могу у них нормально играть. Все, сальто сделали. Машут ручкой. Кстати, рукой как-то они стрёмно машут, если честно. Смотрите на лапу жабы, по-моему, что-то напоминает. Ну, не знаю, еще, наверное, до вторника и все. Привет, новатор, привет, Райкири. Здорово. Напоминает факт, так оно и есть, возможно. Да, веселые лягушки.
жабы в детстве. Привет, Виталий. Первая игра на сегодня. Все, ничего не сбрасывается, ничего не происходит. Так что, ребята, с Керопи разобрались. Вроде как других частей в кооперативе не было, но надо все это узнавать, смотреть.